работали несколько среднеевропейских республиканских программ, направленные на улучшение жилищных условий граждан. До 2013 года работала программа «Социальное развитие села». Вот по этой программе районе улучшили свои жилищные условия 106 семей. И финансовую поддержку мы получили на сумму более 68 миллионов рублей. Начиная с 2014 года, вот эта программа называется «Устойчивое развитие сельской территории». Она будет работать до 2020 года. И в 2015 году по этой программе наши граждане улучшили свои жилищные условия. 9 человек, и было получено более 7 миллионов рублей. И вот сегодня мы вас пригласили выручить сертификаты. Сертификаты получить дополнительно еще 7 человек на сумму более 6 миллионов рублей. Всем мы вас поздравляем, что вы включились, вошли в эту программу. Среди вас работники сельского хозяйства, работники культуры, здравоохранения и образования. Сначала мы пришли в администрацию, пришли, спросили о помощи, попросили, чтобы нам помогли. Мы многодетная семья с деревни Соусбаш. Мой супруг работает в школе в деревне Соусбаш оператором. Вот наша Эльза Хиаровна, глава сельского поселения, тоже помогла нам прийти сюда, обратиться сюда, в администрацию. Написали заявление, потом нам дали перечень. Мы все собрали, все сделали вот, и получили вот сертификат. Мы очень рады к этому, давно уже шли к этому. Не верили сначала до сегодняшнего дня, сейчас поверили. Очень рады и хотим поблагодарить администрацию Хайрудинову Эльзу Ахьяровну, а также директора МБО деревни Соусбаш Талипову Флюру Нуровну за поддержку. Специалисты помогли оформить документы, все вовремя сообщали, где что надо. И мы очень рады. Это вот подарок будет нашим детям. У нас трое сыновей, вот им подарок, им сюрприз. Хочется поблагодарить Разифа Гильмуллина Мухаммад Нуровича за такую поддержку, за развитие сельских территорий. Да, у нас все запланировано на нашей земле, где мы сейчас живем, там же будем устроиться, будем строить дом. Хотим провести домой, как бы внутрь дома, чтобы была вода. Ну, все условия. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий» реализуется у нас с 2014 года. С момента реализации данной программы по Краснокамскому району социальную выплату на приобретение и строительство жилья предоставлено в 2014 году 15 гражданам, в 2015 году 9 граждан получили свидетельство на социальные выплаты. И в текущем году, вот сегодня мы выручаем 7 участникам данной программы. Участвовать в данной программе имеют право граждане, работающие в сельской местности, в агропромышленном комплексе, и обязательно должны проживать в сельской местности. Также участвовать имеют право молодые семьи в возрасте до 35 лет и молодые специалисты, работающие в социальной сфере. Также хочу сказать, что желающие могут обратиться за консультацией для участия в данной программе в администрацию Краснокамского района. Приходят и говорят большое спасибо. Они улучшили жилищные условия. Кто выбрал вид условий строительства, они построили дома. Мы выезжали, смотрели за них, тоже порадовались. А кто уже выбрал способ условия улучшения жилищных условий, те приобрели квартиры и дома. Сначала надежда была, потом уже надежды не было. Но я до сих пор еще не верю. В старом бутике будем строить дом.